В солнечные дни гулять в парке приятно, особенно когда вокруг все чисто, а тот самый порядок зависит от нас. В сквере имени Марата Казея работающая молодежь БРСМ навела генеральную уборку. Не место красит человека, а человек место. И для того, чтобы нам было уютно, комфортно для самого себя здесь находиться, мы должны каждый заботиться о том месте, где находимся. Наводим чистоту мы практически ежедневно. За нами закреплен также по инициативе молодежи парк 50-летия Великого Октября. Наведением порядка в сквере имени Марата Казея занялись около 40 человек. Это работники предприятий и учреждения образования столицы. Все сами намели здесь? Да. Тяжело? Нет, очень даже приятно в такую погоду выйти и помочь своему городу. Мотивация, вот что движет? Почему хочется выйти и навести порядок в Минске? Потому что приятно выйти в город, где красиво, и почему не приложить к этому руку? Потом даже будет приятно самому пройтись и понять, что ты поучаствовал в наведении порядка. А постоянно так выходите, все время убираете? Стараюсь, да. Это все находится в руках нас, молодежи в первую очередь в том числе, и мы не можем остаться равнодушными. Хочешь изменить мир, измени себя. И мы меняем себя в том числе тем, что участвуем в различного рода мероприятиях. Принимали участие в субботниках на территории нашей республики. Дели леса и облагородили уже вот Минскую область. Посадили в этом году уже порядка 500 сосен. Внести свой вклад в наведение порядка может каждый. Присоединяйтесь. Дарья Нищадим, Тимур Батиров, агентство «Минск Новости».